Приветствую всех, кто решил начать день с этой небольшой разминки. Настраивайтесь, сейчас начнем. Начинаем с положения стоя. Руки через стороны поднимайте вверх, подтягивайтесь. Приятное вытяжение. Дальше руки через стороны перед собой. Поза приседающего человека, пятки вверх. Наклон. Малоамплитудные приседания, разогреваем коленные суставы. Зафиксируйтесь после этого в небольшом наклоне. Толкните бедра вверх и затем отшагиваем. Остаемся в симметричном положении. Упражнение кошка, мягкий прогиб, выгибаемся вверх. Сделайте несколько раз. Приятное вытяжение. Дальше в центр ставим одну ладонь и повороты корпуса начинаем с движения в плече. То есть у нас плечо инициирует движение. Меняем сторону, ладонь на ребрах. Плечо рабочей стороны начинает движение. Вслед за плечом весь корпус. Приподнимайте колени над полом, включайте мышцы пресса и сочетание двух форм. Внизу длиннее, наверху коротко. Здесь на 4-5 счетов пресс удерживает нас, таз вверх. Внизу 4-5 счетов, наверх. Хорошо. Сразу же переходим в уштру, поза верблюда. Руки за спиной, равномерно перетекаем. Разворачивайте плечи. Грудная клетка стремится вверх. Взгляд назад. Возвращаем подбородок к горлу. И прессом постепенно перемещаем себя вперед. Отшагивайте коленями. Можно остаться на коленях, можно колени приподнять над полом, локтевой упор, либо статика, либо чуть сгибайте ноги в коленях. Опускаемся вниз на живот, удлиняя линию живота. Сразу же здесь располагаем ладони, локти назад, толкаем лопатки к тазу и в динамике разгибайте локти, тяните с ладонями к стопам. Теперь ладони впереди. Поднимаем голову и плечо начинает движение. Оно поворачивает нас в сторону, вслед за ним мы поворачиваем голову. В каждом движении в боковую плоскость мы разглядываем стопу. Голова, плечо тянет нас в сторону. Снова голова, плечо тянет нас в сторону. Разглядываем все, что видим сбоку. Локти в стороны. Поднимаем предплечье вверх, над полом. Поднимаем голову и поднимаем бедра. И сейчас тоже в динамике. Руки вперед. Толкаем локти назад, вперед, локти, лопатки назад. Сделайте несколько повторов, комфортное количество, без перенапряжения в спине. Отдыхаем. Ладони в опору, работа с плечевыми суставами. Поднимаем плечи вверх, лопатки толкаем к тазу и возвращаемся. Очень хорошее движение, раскрепощение плеч и грудной клетки. Отдыхаем. И после этого будем с вами медленно с опорой в локти
колени, поднимать таз вверх, подшагиваем коленями. И очень хорошее движение на вытяжение и снятие напряжения со спины, шеи. В первом движении мы толкаем коврик на себя, прогибаемся. Во втором отталкиваем коврик, выгибаем спины. Прогиб, выгибаем спины. Прогибаемся, толкаем коврик назад, скругляя спине. Из положения сидя разводим стороны стопы, подъем, вытяжение. И в динамике колени в пол, таз вверх. Опускаемся, поднимаемся. Можете не опускать колени, а просто сделать имитацию этого движения и закончить наклоном. На этом все. Эту связку можно повторить еще раз и использовать в качестве утренней зарядки. Напоминаю, что каждую практику, каждую тренировку мы с вами заканчиваем шавасаной, позой тотального, глубокого, качественного расслабления. Записала для вас отдельное видео шавасаной. Оставлю здесь ссылку. Переходите и получайте настоящее удовольствие от расслабления.